Ведущих хит-ТВ жадными уж точно не назовешь, ведь они решили подарить некоторым счастливчикам по многофункциональному принтеру от компании HP. Условия конкурса были просты – сделать фото на фоне баннера нашего канала. Спасибо большое. Однако на этом приятности не заканчиваются. Уже завтра в прямом эфире программы «Калайсен» будут объявлены еще два победителя. На этот раз задание было посложней. Участникам пришлось снять целое видео на тему «Как я провел лето». Смотрите программу «Калайсен» каждый будний день в 13:00 на казахском языке и в 16:00 на русском. Кто знает, возможно, именно вы станете обладателем ценных призов.